На борту Боинга груз весом около 122 тонн. Часть уже доставлена на Сочи автодром. В течение недели аэропорт Сочи примет еще 7 грузовых рейсов международных авиакомпаний. Самолеты доставят очередное оборудование для проведения российского этапа «Формулы-1», в том числе болиды команд. Все машины, шасси и детали гоночных автомобилей упакованы в специальные контейнеры. Аэропорт Сочи в пятый раз принимает спецрейсы крупнейшего международного соревнования. Ранее на Сочи автодром уже прибыл ряд грузов, которые были перевезены морем до Новороссийска, а затем доставлены к месту проведения российского этапа королевских гонок. Этап «Формулы-1» пройдет в нашем городе с 27 по 30 сентября.